прозвучал третий звонок. В связи с дополнительными мерами по защите населения от новой коронавирусной инфекции просим вас соблюдать масочный режим и дистанцирование. О, светло-светлая и украсно украшена земля русская! Многими красотами удивлена еси, озеры многими, удивлена еси реками, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, птицами бесчисленными.
Пока язык храним, и в слове горит свет, народ силен, един, и равных ему нет. 24 мая во всех уголках нашей страны отмечается День славянской письменности и культуры. День, когда наша культура и наш язык утвердились и уже много веков живут. А благодаря слову живем и мы. И сегодня наш концерт посвящен именно этому великому событию. И даже больше. Великому труду равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку. Азбука – наказ каждому человеку, послание предков, свет, который они зажгли для нас и который не угасает до сих пор. Так давайте нести этот свет дальше. Нашим детям, внукам, правнукам. Пусть этот свет никогда не погаснет. Yeah.
Peace.
Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный — речь. Очень-очень красивые строки. Это Иван Бунин. Да, да, ты права. Это стихотворение Ивана Бунина «Слово». Послушай. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Если не ошибаюсь, Тютчев? Да, да, ты абсолютно прав, это Тютчев. Сколько поэтов сочинило стихи на тему слова, и ведь все не напрасно, потому что речь наша далеко не такая, как была в старину. Язык наш много раз видоизменялся, и азбука отличается от того, что была изначально создана Кириллом и Мефодием. Некоторые буквы исчезли, а некоторые, наоборот, с уверенностью закрепились в нашем языке. Ну, наверное, так и должно быть. Время идет, истории меняются, и вместе с ними и меняется язык. Тот, кто жизнью живет настоящий, кто к поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума русский язык. Thank you.
и плюшки. Обожаю есть ватрушки.
Много слов на земле. Есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить. Словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, словом можно в разящий свинец перелить. Но слова всем словам в языке нашем есть. Слава, родина, верность, свобода и честь. Красивые строки Вадима Шефнера. Очень красивые. Я вообще считаю, что наш русский язык самый красивый, самый богатый на всей земле. Ну вот ты сам только подумай. Например, в английском языке есть слово green – зеленый. И сколько ты знаешь производных на английском языке от слова green? Вот именно, а на русском зеленый, зелененький, зелень, зеленка, перезеленить, озеленить. Хорошо, убедила. Русский язык – самый богатый язык на свете. Белопонка, белопонка, зеленый пусть.
Старой башне провожая день вчерашний, и звонят колокола. Провожая день вчерашний, бьют часы на старой башне. Старой башне в этом мире должен быть.
Я к солнцу. К солнцу руки простираю и вижу полог бледных облаков. Мне кажется, что истину я знаю, но только для нее не знаю слов. А вот действительно, что делать, если не можешь подобрать слова? Но неужели не все можно выразить нашим прекрасным языком? Или слов не хватает? Знаешь, мне кажется, когда что-то не можешь сказать, нужно петь. И сегодня наш концерт – прямое тому доказательство. Как выразить чувства? Как рассказать о самом главном? Часто мысли путаются, слова исчезают, а песня... Песня остается навсегда. Смиренный человек.
Yeah.
беспощадно могучей рукой. Слава, слава героям, бойцам, Родины нашей отважным сынам, кто в рот за отчизну свою прольет, того никогда не забудет народ. Будь жив, будь здрав, весь наш край. Ура! Письменности и культуры. День нашего с вами становления. Любите наш язык и нашу культуру. Это то, что нас всех объединяет.